Всем привет! Сегодня у нас такое морозненькое утро, и я хотел бы с вами поговорить про тактические приколюхи, которые у меня есть в машине. Они так осели, со временем появились. Это не пулеметы, гранаты и прочее, а вот то, что пригождается по жизни. Ну, давайте смотреть. Во-первых, у меня Nissan X-Trail, надежная такая машинка, не супер проходимая, в быстром доступе у меня здесь... Следующее. Это запас сигнальных ракет, газовый баллончик, запасные батарейки, фонарик и для жены аварийный запас вот такой. Фонарик-налобник, потому что надо лазить под машину. Да? Здесь экстрейл вот, бутылочка под воду. Сзади в боковухе у меня перчатки, крем от комаров, мешочек. Потому что я часто таскаю всякий, ну, он такой большой, литров на 100. Вот, жилетка и нож. Он там у меня лежит мой. Я его маскирую, потому что, ну, если кто-то вот так вот будет дверь открывать, смотреть, увидит нож, запаникует, что-то скажет. Ну, вот, под рукой у меня расходная тряпка. И с этой стороны у меня вот больше ничего такого интересного нету. Переходим сюда. Nissan X-Trail, то есть у меня вот влажные салфетки, есть вот такие отсеки, это мини-холодильники, сюда бутылочку можно поставить охлаждаться. У меня ключи разные от гаражей квартир, дежурный навигатор, крайне редко им пользуюсь, гарминовский, вот, и универсальная зарядка от прикуривателя, чтобы все подряд заряжать. Сюда вот я ссыпаю мелочи, у меня опять очередные ключи. Эта мелочь меня выручает на мойке самообслуживания, чтобы карман не звенела она. С этой стороны у меня маленький рюкзачок тактический такой. Он раскладывается из прям маленького на 20 литров. Сбегать в магазин быстро, что-то купить, перенести, положить из машины. Вот здесь уже поинтереснее. Набор умывальник. Вот такой вот там. Туалетная бумага, мыло. Вот, все подряд. Зарядка к навигатору, шоколадочки, карты топографические обычные, запас всякой тяготени, медицина, гемостатические повязки всякие и разогреватели такие вот, химические, жгут, файлики. Файлики я, кстати, очень много где использую, и вы, наверное, заметили. Жгут, турникет КЭТ и граната. Граната это страйкбольная, но она взрывается при отлетании чеки. То есть и мы их используем для тактических игр, тренировок, бросков там. Вот, я ее здесь редко держу, то есть тут есть еще много интересных мест, куда все это можно положить. И, соответственно, здесь тоже все. Под рукой у меня набор инструментов. И Powerbank. То есть инструменты инструментами. Вот они вот в таком органайзере. Powerbank. Чтобы если от машины отходишь зарядить. Он же Jump Power. То есть от него можно прикуривать машины. Такие не особо мощные. Вторая сигнальная ракета у меня здесь. Она оперативная. То есть частенько ей так что-то прям с машины надо выстрелить. Осветить местность там. Показать что-то. Вот мы ее применяем. Теперь переходим на заднее сиденье. Итак, вот в этих вот отсеках, чехлах, можно, видите, молния, там подушка безопасности. И тут еще, смотрите, довольно много пространства, то есть туда можно что-то прятать. Собственно, в ноги я не советую что-то прятать, это будет все растоптано, сухое, сырое. Здесь у меня вот дождевик для сына, маска. И особо карманов здесь нету. Вот. Но это еще не все. Вот смотрите, убираем детское сиденье. Ба-бам. И у меня открываются вот так вот сиденья. Здесь можно прятать разные приколюхи. То есть, видите, у меня здесь спокойно умещается пневматический пистолет с патронами. С этой стороны у меня лежит тент. То есть, прям нормальный тент для походов. Он сюда умещается. Nissan X-Trail есть вот такой вот подголовничек. То есть сюда у меня как раз помещаются вот тоже
дымы, фальшверы, граната влазит. Но я иногда носки вожу, здесь просто кидаю. И в чем плюс ее? В том, что она может открыться полностью. Вот так вот. То есть разместить здесь что-то типа ноутбука, просунуть сюда что-то большое габаритное, лыжи, да. Вот. Очень удобно. Больше здесь у меня ничего не располагается. То есть здесь у нас вот большой люк панорамный, куда могут, ну, может большой человек вылезти и стоять как на турели. При необходимости я могу сделать двуспальную кровать или, например, один ряд откинуть. У меня будет здесь как стойка, либо кровать, либо как стол получается, где можно поставить какую-то технику, там ноутбук, еще что-то, радиостанцию нормальную. Вот. И, соответственно, работать. Либо, например, спокойно залазить вот сюда и брать какие-то предметы интересные. Из интересных предметов, то есть сзади, сверху, я вожу свой тактический пояс. Тут есть и аптечка, и вода. Есть сидушка, сухпаёк. Это у меня не просто аптечка, это аптечка морская. То есть там тоже сигнальная ракета «Фальшвер» и ремкомплект для лодки-байдарки. С собой у меня всегда две одежды. Это дождевик «Гортекс» и расходная такая флиска. Сейчас вот я доставал компрессор. То есть это вот для быстрой подкачки машин колес. Если убрать вот этот чехол, под ним у меня туристический коврик и гермоупаковка, чтобы перевозить сырые вещи, то есть которые там я из воды вылез. Они у меня сырые, гидрокостюмы, всякая фигня. Теперь открываем самое интересное. Здесь огнетушитель, под ним трос, в пакете запасная одежда для жены, дождевик и микропуховик. Здесь у меня альп-веревка, газ, зарядка для аккумулятора. Перчатки частенько пригождаются. Запас воды. Сейчас я про эту кухню расскажу отдельно. И к ней у меня еще вот пончо идет. Внутрь вот здесь вот очень большое пространство. Я его все забил вот такими ИППшками. Частенько они пригождаются, даже просто как тряпка. Стоят они копейки, там 15 рублей. Пользуюсь не хочу. Саперная лопата. И еще веревка. Вот у меня такая ППшка. Еще много всяких, короче, ППшек у меня. Вот. Я их там, по-моему, штук 10 туда напихал вот так вот. Они у меня не в быстром доступе, как вы могли заметить. Это просто у меня такой стратегический запас. То есть эти ППшки я не очень люблю. У меня для меня есть израильские. А эти я использую, например, если ДТП, кого-то чужого перевязать, другую машину там. Здесь вот такой вот кармашек с мелочевкой, он извлекается. Тут веревочки расходные, всякая такая туристическая приблуда, лопатки, переходники к горелкам всякие. Вот он быстро так. С этой стороны инструмент. То есть ничего, тоже там всякие домкраты. То есть машину я разбортирую прям без проблем. Колеса подкачаю, аккумулятор заряжу. То есть это вот то, что вот минимум нужно. И запасная одежда, то есть разная. Ботинок у меня вот здесь нет. Покажу котелочек на 2,6 литра. Это на семью. Внутри у меня газ. Газовая горелка. Две кружки. Ложки. Вот горелочка у меня тоже сюда влазит. Вот. Можно кто-то кладет там всякие соль, специи, там тыры-пыры. Вот. И вот я сейчас еще буду делать чехол на него, чтобы грязный, он там, например, с костра. Я вообще не очень люблю такие красивые котелки ставить на костер. В основном на горелке готовлю. Но мало ли что. То есть у меня еще будет в чехле чистящее средство с губкой. Все это закрыл, завязал, положил. И если будет необходимо, я вот эти ручки уберу, поставлю цепочку, чтобы она складывалась, и тогда он влазить будет в 4-литровый котелок, получится матрешка такая. То есть в одном суп, в другом чай. Вот, да, очень удобно. И это тоже всегда со мной ездит, чтобы, например, на наших походах там пацанов накормить, там приготовить, чтобы у меня все автономно свое было под рукой.
Вы видели, у меня 2-3 баллона где-то газа разного, то есть такой небольшой запасик. Это и погреться, и освещать, и готовить еду. Собственно, я не показываю, как я вот здесь вот размещаю длинное оружие. Сегодня просто не взял его. Вот. Ну и такие вещи, как пистолеты, я стараюсь держать на себе. То есть я показал, где я храню там дым гранаты для вот тактических приколюх наших, да, потому что на машине надо тренироваться, надо отрабатывать. Вот, выходы, переходы, загрузки, экспедиционные движения, там работа с турелью, то есть с крыши, да. Ну, довольно неплохое это развлечение. Надеюсь, вам было интересно. В принципе, вот, рассказал практически, наверное, про все. Вот.